Дети из 5 стран мира изучали русский и якутский языки. В рамках проекта ассоциированных школ ЮНЕСКО на базе детского центра «Сосновый Бор» прошло закрытие 5-й смены «Я гражданин мира». Более 300 ребят, в их числе 11 делегаций из разных регионов России, а также из зарубежных стран, таких как Великобритания, Корея и Объединенные Арабские Эмираты, делились своей культурой, а также показывали творческие номера. Помимо занятий, юные гости республики успели посетить и экскурсии. Они побывали в Булуси, на Ленских столбах и в царстве вечной мерзлоты. Эта смена отличается тем, что и сама название смены «Я гражданин мира». Здесь дети изучают иностранные языки, английский, французский, немецкий, японский, китайский, корейский языки. Вот. И, конечно, детям очень нравится. До обеда они изучают языки, потом после обеда у них по интересам очень много различных тематических занятий.